Привет, зрители. Это про ремешок, про брак ремешка Xiaomi Band 4. Сейчас что-то слышно немного с компьютера звук. Это вот ремешок. Такие ремешки стоят от 70, по-моему, я видел, до 150 рублей. По качеству они не отличаются. Сейчас я покажу пакетик. Так, я просто смотрю, чтобы фокус был. Странно, блин. Вроде света достаточно. Фокус прыгает. Так, вот производителя можете прочитать, сосканировать. Сам пластик вроде нормальный, но дефект в кнопке. Это кнопка с оригинального черного браслета. Вот, видите, браслет порвался. Вот, сейчас я покажу все. Вот этот старый браслет. Ему где-то... Что с фокусом-то? Ему где-то полгода-год. У него отлетел... Вот здесь вот треса. Петля все время отлетает. Ничего толком и не тянул, но она отлетает. Очень быстро, конечно, тоже года не прожил. Херовое качество. Потом вот он, трещина появилась здесь вот. Ну ладно, хотя бы год. Ну примерно год. Пофиг, как бы год продержался. Этот новый браслет. Вот старая кнопка. Она вставляется, видите? Сейчас. Так, сейчас ее немного не видно. Сейчас вот так положу на бок. Вот, видите? Она тонкая тоже, но она не треснула. Вот год прошел, и она не треснула. Браслет я покупал еще для третьего банда. Там видно, одна фирма либо похожие производят. Там тоже вот эта кнопка сверху, вот эта площадочка кругленькая, она очень хрупкая, там треснула. Еще есть один браслет. Сейчас я не могу его показать, но тоже очень быстро там никто не давил на него. Сам браслет вроде в порядке. Не порвался. Но вот эта кнопка треснула. А здесь она треснула в первое же нажатие. Никаких сил, ну, ударов там я не применял, я не ронял. Просто как бы одел. И даже сначала не заметил. Потом смотрю, половины кнопки нету. Так, почему? Блин, вот я приближаю. Сейчас постараюсь максимально. Вот я ближе уже не могу, фокус не берет. Вот так вот, ближе я не могу. Видите? Тяжело самому даже рассмотреть. Сейчас я все покажу. Блин. Так, я продолжаю. Я дополнительный свет поднес. Светодиод. Вот такое моргание. Светодиод дает. Я не знаю, как еще увеличить. Нет. Блин.
В общем, видите, он тоньше. Сейчас еще, может быть, лупу. Лупа увеличивает. Что-то странно. Ну, я глазом как бы вижу, увеличивает. В общем, тонкая, видите, поверхность. Ведь моргание только хуже от этого, от фонарика. О, интересно. Вот так фонарика нету. Вот так первая яркость, а на второй... Второй яркости нету, когда он полную мощность включает. Вот, в общем, тонкий. Видите, тонкий, поэтому он и ломается. Вот, треснул сразу. И вот. Вот этот оригинальный. Вот он, видите, так. Сейчас. Как же показать-то? Ну вот, ближе не могу приблизить. Все, я осветил, я как мог. А, во-во-во-во. Видите? Там то площадочка утолщена кругляшком, а здесь просто один такой. И материал очень хрупкий. То есть они все будут ломаться в любом случае. Видите, тут тоже может сломаться, но тут они сэкономили прям грамульку. Вот, под свет, блин. Как? Сейчас еще посвечу. Вот, я вижу. Видите? Так. Только вот с лампой получилось показать. То есть, ну, блин, они так специально делают, чтобы это все сразу разлетелось вообще. Ну, все-таки это не 1 рубль ты платишь. Толщину меньше, материал, что ли, какой-то хрупкий. Я на старый... Ну, старый не треснул, я не знаю. Также давил старый в порядке. По диаметру... Похожие. Похоже, я бы не сказал, может быть, чуть потолще оригинальный. Вот. Вот так делают, дня не выдерживает. У кого-то, может быть, кто-то и месяц проходит, кто-то, может быть, и год, но вряд ли. Потому что изначально конструктивный брак, вот такой вот, видите. Вот сюда он вставляется. Это для Бент 4, но я думаю, они подобные делают. Для 3, по-моему, то же самое. Оригинальный год может продержаться, видите. Но тоже петля отлетает. Постоянно вот петля отлетает. И просто трещина потом идет уже. Ну, в год, раз в год, блин, сколько оригинальный там стоит? 100-200, более-менее. Но вот так вот, ну, никуда не годится. Так, ну, что-то я все снял, максимально показал, попытался показать. Я мог бы и ближе, но фокус на расстояние не дает показать. Где-то сантиметров 5, тут надо уже под сантиметр подходить. Веб-камеры у меня ближе фокус на расстояние. Ну, если надо, могу снять. Ну, суть понятна. В первый день же разлетается впустую деньги. Что, ну, скупил бы я даже за 50, за 70 рублей. Ну, ремешок разлетелся сразу. 100, 100, 200 рублей. Блин, китайцы. Так что, ну, вообще не берите такие, короче. Ну, что выкидывать деньги, ясно. Все, максимально подробно писал. Спасибо, пока, ребята.